Правом голоса воспользовались и пациенты, находящиеся на стационарном лечении республиканской больницы. Голосование проходило в закрытом и специально оборудованном помещении. Для пациентов, которые по состоянию здоровья не могли подойти, представители избирательной комиссии сами приходили в палаты. Поэтому оставить свой голос смогли все пациенты. По состоянию на 13 часов 70% пациентов уже проголосовали. Всего в стационаре было подано около 150 заявлений на участие в голосовании. Голосуют у нас только пациенты, находящиеся на социальном лечении, которые не могут пойти в избирательный участок и выбрать там кандидата на главу мэра города Якутска. Вот, и поэтому выездная комиссия, она приехала к нам, и вот сейчас в данное время проходят выборы. Но врачи и медперсонал, они не голосуют только на своих участках, а нас голосуют только пациенты.